давно уже бегаешь по Керату, изучая его. Скажи мне, кто зажигает все эти чертовы свечки? Гражданская война терзает страну, чудовищный тиран поставил ее на колени. И все же какой-то усердный дурак повадился каждое утро зажигать сотни и сотни свечей. Может, мне нанять кого-то, кто ходил бы следом и тушил их? Нет, у меня есть идея получше. Гарри! Гарри! Свечи вне закона! Да, все! Измена карается смертью! Спасибо! И тебе спасибо, Джай, ты сделал мой день. Пожалуйста. Собственно, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4, да? И если не видел в прошлой серии мы с тобой прошли Шангри-Ла, да? То есть задание Шангри-Ла, нашли какую-то эту тему. Сейчас покажу, какую, смотри. Вот эту тему нашли с тобой, да? Вот эту, которого, типа картина. Вот этот слиток нашли с тобой. Вот, второй, видишь, уже нашли второй. Прошли, если тебе что там было, посмотри обязательно предыдущую серию. Предыдущую посмотри обязательно. Если не знаешь ее найти, ссылочка в описании находится, во-первых, на плейлист, по-моему, прошли данную игру, да? Если вообще не смотрел ни одну серию, посмотри, игра довольно-таки интересная, да? Там же ниже и будут в описании на третий Far Cry, то, что мы уже прошли, да? И на третий Far Cry Blood Dragon мы тоже прошли, она короткая, там 4 серии, грубо говоря, но очень смешная. Вот, подсказочки находятся чуть ниже описания, либо если компас смотришь на сверху справа, нажимаешь на И, такой в белом кружочке, и там будут тебе спустят до вниз, короче, нажмешь на И, тебя спустят ниже описания, там будет также первый видос будет прикреплен, это прошлой серии, и также чуть ниже него этого видоса будет находиться плейлист с полным прохождением данной игры. Вот, поэтому обязательно посмотреть, если не смотрел. Вот, собственно, там довольно-таки интересно, реально. Вот, а сегодня мы с тобой будем, я даже не знаю, посмотрим, наверное, пройдем одну миссию, наверное, какую-нибудь, да? И подзачищаем с тобой аванпосты, потому что быстрое перемещение нам с тобой нужно. Как я говорил в прошлой серии, нам с тобой нужно быстрое перемещение обязательно. Вот, поэтому, Саша, подумай, надевать политик обязательно. Прям пить кушать, прям чипить кофе или пить воды при этом просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Короче, смотри, что я нашел. Я, видишь, вот на карте К, да, такая, как, ну, как деньги, да, вот наша, да, есть. Вот, смотри, как вот это, да, видишь, вот как вот это, да, как вот это. Вот, смотри, я к нему такой, о, торговец, смотри, нажимаю. Если он недорого стоит, то я думаю, бронежилет проще купить, нет? Что происходит? А вот, смотри, мы можем этот дом улучшать, грубо говоря, нифига себе. Вот куда можно деньги девать, собственно, да? Так, давай посмотрим, сколько он стоит для начала, бронежилетик. Давай с тобой посмотрим, сколько он стоит. Где он? Где? Алло. Алло. А где? Не понял. Вот здесь? На втором этаже? Серьезно, он здесь заспавнился. А где? А где? Подожди. А вот он. Йо, смотри, какую раскраску. Так, давай посмотрим, сколько он здесь стоит. Ну, в целом, можно поставить тут водопроводный кран, чтобы, да, типа, чтобы чисто он это, ну, бронежилет там брать, но проще купить, он 20 стоит. Хотя эту тему, видишь, купил за 25, но там, если он будет всегда там спавниться, этот бронежилет, то это будет неплохо. Это будет неплохо, но, с другой стороны, мы здесь не всегда же будем, да? Ну, давай поставим, чтобы посмотрим, что это такое. Угу, вот здесь заспавнилось. То есть мы, грубо говоря, восстанавливаем дом, да, с самого начала, где он? Вот, смотри, вот бронежилет у нас теперь, тут всегда будет лежать, хорошо. Это очень хорошо, а здесь что-то, видишь, какая-то бумажечка, нужно ее сорвать или прочитать, что там. Что здесь? Я не пойму. А вот, письмо. Ага, чтобы получить награду, хорошо. Так, ну, собственно, что мы можем с тобой здесь сделать? Погнали, миссию пройдем.
Погнали до Хёрка, сгоняем с тобой, собственно. Почему бы и нет, да? Сгоняем мы сейчас с тобой до него, посмотрим, что у него там за задание, собственно, да? И... О, он там дорога, ну, туда, наверное, и нужно. Вот, и, собственно, что? И выполним задание, и пойдем, наверное, дальше аванпосты с тобой захватывать, да? Хотя бы там два захватим, либо два задания выполним, и два аванпоста с тобой захватим. Потому что, я тебе говорю, они очень нужны, эти... быстрые перемещения, потому что без них тут это, ну, типа, вот, смотри, видишь, 1100 метров, да? Ну, доехать очень быстро довольно-таки. Вот, но, к сожалению, видишь, нужно лететь нам с тобой, поэтому ладно, ладно. Ничего страшного, как говорится. Да ты мой сладкий, давай, 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 езжай. Как тебе, нормально все? Все хорошо? А вот, смотри, вот бесплатно тему можем чинить ее, видишь? Ну, починили, нормально, пойдет. Почему, собственно, и нет? Так, их обыскивать, я думаю, тоже можно, но не всегда. Типа, если прям жестко что-то, то, я думаю, не стоит их прям жестко так обыскивать. Потому что оно нам такое и не надо, знаешь ли. Хотя, почему бы нет? Почему бы, собственно, и нет? Так, ну давай вот так сделаем с тобой. И давай, кстати, если попадется нам еще одна такая машинка, попробуем, знаешь, что с ней сделать? Довести, может нам... Вот, может нам дадут больше денег, чем... чем тогда, когда мы их взрываем. Так, ну ладно, собственно, давай я доберусь, собственно, до миссии, когда так и включусь, да, то есть переходик такой маленький будет. Ты его, наверное, не заметишь, хотя, может, сейчас вглядываться будешь и заметишь, но не факт, что он сейчас произойдет, понимаешь? Поэтому... Не факт, что произойдет. Не факт, что сейчас... Возможно, даже вакцинация. Конечно, это опиумные деньги. Ну и что? И за это ничего. Потому что наркотики — это весело. Раби Рейрана повторит. Наркотики — это весело. А знаете, что... Осуждаем, ты что, дурак, что ли? Эффективность. Да, травка знает свое дело, и гаштеза. Они настолько эффективны, что даже в рекламе не нуждаются. Хватает сарафанного радио. Добровольно грубит свои жизни ради наркотиков. Так что Кират ждет процветания, уж поверьте мне. Умные люди инвестируют в опиум. Мы осуждаем. Не теряйте времени даром. Мы уже идем к вам. Нет, куда вообще, конечно, осуждаем. Короче, когда еду, так включу. Давай. Умные люди инвестируют в опиум. Так что не теряйте времени даром. Осуждаем. А переходик, кстати, был уже. Переходик-то был уже, да, собственно, как бы. Переходик-то уже был, а ты его не заметил. Я тебе говорю, что он уже был, как бы, да. Как ты вовремя? Это Хёрк! Только я подумал, мы были бы отличной парой, как бам! Ты тут! Ты меня звал. И что значит парой? Как макака и банан. Что представляешь при слове макака? Банан. А я идолов, древних идолов обезьян. В прошлом я был несправедлив к моим ближайшим родичам, обезьянам. Теперь пытаюсь возместить ущерб. Долгая история. Чего? Как 12 шагов, только с пушками. Я бы и сам справился, но со мной Кока 4 и Бонга 2 совсем отощали. Боюсь, снег увидят, в момент замерзнут. А это проблема, потому что те обезьяньи-идолы в пещере, запрятанные где-то высоко в горах.
Я знаю путь. Стой, откуда инфа? С улиц, чувак. Армия короля тоже их ищет. Не тяни макаку за хвост. Так, хорошо. Не говорю зла. Нам с тобой нужно куда-то вон туда дойти. Ну погнали, чё, погнали. Да, макака, макака искать, да? Ты правильно понимаю? Поехали, шо. Так, ну давай, где сейчас искать? Та-р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 а-
Да, да, да. Или позапрошлый даже. Не, прошлый, прошлый. А опять к нему? Ну поехали. Здравствуй, Джей. Подожди. Моего 8, а у этого. Ну, не прям много тоже, знаешь. Поехали. Добрый день. Поехали, поехали. Опять туда, на гору зимнюю, туда. Гималаи. Ну да, ну да. Опять сюда. Найдите статую обезьяны. Я уже как-то опасаюсь, знаешь. Он будет возвращаться вообще? Нет, все, он просто пролетел и все, пропал. Так, ну погнали, что, отмечать их. Раз, два. Ну, двое, не верю, что тут двое только. Знаешь, я не верю, что здесь только двое. Уже четверо. Давно пора праздник устроить. Пиньяту там повесить, например. Только без всяких лампочек на пальцах. Мы за 3 месяца нашли ровно ни хрена. Я уже застрелиться готов. Как с добрым утром. Просто как с добрым утром. Просто как с добрым утром. Где он? Ты видел просто через палатку всех пам-пам-пам и все. Ой-ой-ой. Видел? Не, вот это было красиво, я считаю. Так, давай их быстренько, как обычно тоже, потому что лапки-то нам с тобой теперь нужны, да, собственно. Почему бы дом бы нам свой заново не отреставрировать? Почему бы, как говорится, бот, что, М-ка? А М-ка у них. Интересно. Очень интересно. Ну, очень интересно. Видишь, пока не отвлекались на, ну, на кто там, ну, не знаю, на, вот на нее. Вот, на барсах, пока не отвлекались. Я, собственно, их пам-пам-пам, и все. Через палаточку, да? Ну, так вот, блядь, надо уметь так, понимаешь? Надо так уметь.
Ну, естественно. Сейчас только в третий будет проверять. Кёрк, я нашел ящик, но он пуст. Сейчас только в третий Чувак, будет. Вот это облом. Хотя стой. Если дружки Пейгана все еще там, то суп даю, они эту проклятую статую тоже не нашли. Где же эта статуя? Куда ее спрятали? Тоже мне игра в горячо-холодно. Точно, холодно. Ледник же. Сейчас мы сейчас еще одну найдем, не найдем ничего. И только в третьей коробке мы найдем все. Я тебе говорю, так оно и работает. Опа, вот это нам надо с тобой. Это нам надо с тобой. Это нам с тобой. Тихо, успокойся, мальчик. Не стоит на того. Бать, что? Жесть, что это сейчас было? Ну, ладно, ребята. А, все? Ты это мне говорил? Ну, ладно. Что могу сказать? Всего хорошего. Так, ну, блин, слабый очень прям хороший. Бей, это просто, ну... Рюкзак полон. Что? Это забей просто, ну... Это не оружие, а просто, блин, ну, игрушка в реально. Хернет. Жестко, короче, оружие. Жесткое оружие. Причем очень-очень жестко. Здесь же никого, я правильно понимаю, больше. Здесь вроде больше никого даже, ну, слушай. Здесь вроде даже больше никого и нету, так, знаешь ли. Пожалуйста. А что мне? Пересеките водоем. Хорошие, красивые хэдшотики. Давай. Лезу наверх. Я понял. Ты умрешь во славу короля. Кидаю гранату. Кинул. Тихо. Куда? А, ну на него все равно, думаю, да? Бля, вот это обидно, вот это обидно сейчас было. Вот это вот обидно, ребята. Что Патриков нам... Опа, да, прочитаем. Дневник. Те из нас, кто не тренировался погружаться в ледяную воду, сходят с ума от безделья. Мы слышим взрывы в глубине, в толще льда, и мы знаем, что там работают, не покладая рук. И продвигается все дальше. Мы надеемся, что наши товарищи вот-вот вернутся со статуей. И мы сможем убраться отсюда, ждать в этом долбанном леднике. Просто отстой. Хорошо. Блин, вот жалко, реально, вот это жалко, что патронов теперь нету. А все это из-за тебя. Ты в курсе, что все, ну, все это из-за тебя вообще? Ну, ты в курсе вообще, не? Надеюсь, ты в курсе, что все из-за тебя вообще-то. Ну, да. Потому что если бы тебя тут не было, они боп, и все. И все. И нету, и все, понимаешь, и все. Как говорится, да. И все было бы легче.
Ну ладно, ладно. Уж. Так, нам в леднике, да? Ну, поехали, чё. Куда нам плыть-то? А, во, вон, смотри. Мигает пока, значит, смотри, мигает. Сейчас он отдышится. А что намигает-то? Поехали. Специальные нам дали кармашки с того, чтобы могли тут. Ну, нормально все сделать с кайфом. Так взять. Ну, а то, что он бьет, видишь, он даже ничего так не делает. Могли, видишь, подышать чисто и все. Не понял. Не понял. Ща. Вот он. Так, next нам куда? Нам сюда, да? Да, вот, все, мы уже доплыли даже. Вот так вот надо было сразу. Блин, ну вот это жалко, что, видишь, у нас там нету этого навыка, чтобы из воды фигачить. Это да, это проблема. Окей, окей, ладно. А оперативный отчет. День третий после 14 взрывов сквозь лед начал пробиваться свет. Возможно, мы выдаем желаемое за действительно, потому что доставлять сюда взрывчатку по воде задача не из легких. Но мы надеемся, что ледник скоро кончится. Надеюсь, что? Надеюсь. Могу вам сказать, надейтесь. Надеются, что-то надеются. Так, подожди, где они все? Так, этого я залутал же, не? Нет. А я вот этого облутал. Что-то, плаки-плаки, да? Плаки-плаки, что-то. Ничего, ничего страшного. Как бы с огнеметом в ледниках еще, да. Еще бы в ледниках с огнеметом ходить, нормально все. Поехали. Найдите статую обезьяны. Ну, либо... Нет, я думаю, следующего, когда пойдем уже, там мы, возможно, и найдем. Тихо. Это что такое вообще, блядь?
Прости, Мишка. Я не специально. Понял, здесь вот с этим ходить током. Да уж, да уж. Такой, на самом деле, жалко. Но я не хотел. Но пришлось уже то, что иначе он бы меня, знаете, он бы, а ему похуй как бы, он бы сразу, оп, оп, и все. Ну, в этом плане вообще поебать. Только она здесь, блядь. Я не верю в это. Каким образом должен сюда выбраться? Нет! Мы ее полгода искали! Он уходит! Вали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я тебе кишки выпущу! Бля, давай-давай, забирайся быстрее! Обезвредить! Кису-кису, давай-давай-давай-давай-давай на них! Ловите! Я тоже, слушаю. Куда мне там нужно, блядь? Отсосите, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста! Ну давай, кошка, помогай, помогай! Твари ебаные. Конечно, я понял, куда нужно, окей, ладно. Я просто сначала не понял, куда нужно. Ладно, сейчас быстро все это дело пройдем. Поехали, она внизу у нас. Так, это раз. Это два сделаем. Спасибо. Поехали, сразу туда кидаем. Давай, 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 ебаш. Не в нее, а она пусть. Все, ребятки, пока. 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 Да куда ты по мне палишь, что так сильно? Прикинь, вообще похер, попадает. Прикинь, попадает, 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 прикинь, попадает. Какие они метки, блядь, твари! Ну просто вот, я в шоке. Вот задания, они всегда метки, а когда задания нет, я им похуй вообще. Ладно, хорошо, будем тогда по-вашему играть. Хорошо, ребята. Сейчас вы жестко отсосете, вы в курсе? Вы в курсе, что вы сейчас... Тихо, тихо, кись. Тихо, 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 не надо на меня. Сейчас вы жестко отсосете, ребята. Сейчас вы здесь жестко отсосете, я вам говорю. Прям настолько жестко, что вы охереете, блядь. Сначала эту окошку пускаем. Пошла. На нахуй. Давай, бля, кто там? Лови. Ай, ебать, вот отсюда даже, блядь. Ебать, что, блядь? Кого, блядь? Быстрее восстанавливай. Пошел, 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 ушел, ушел, ушел. Да отсосешь ты. Бля, ебать ты меткий, чел. Блядь, серьезно.
Иди нахуй, тварь. Только подойди, только подойди, только подойди, только подойди. Бля, слона бы надо было ставить, ладно. Напомните им, что бывает с врагами мина. Кого? Не холодно. Что это за херня-то, блядь? Я хуй его знает, ребят, честно. А я, честно, хуй его знает, как-то про хуйню проходить. Ну просто забейте, блядь. Нет! Мы ее полгода искали! Он уходит! Спали его! Иди ты нахуй, блядь! Какая ты тварь, блядь! На, ёпта! Лови, блядь, бомбален бы. Так, погнали. Вон туда иди. Дальше. Двоих забрал. Доброе утро, блядь. Давай ты пойдешь нахер, хорошо, блядь, с этим огнеметом ебаным. А, так я могу уже все съебаться. Ну все, пока, блядь. Да все, все, ходи там, бегай, блядь, как хочешь, мне похуй. Покедова. Пусть остается. Да все, 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 пока, блядь. Пока. Да, да, да. Просто. Ты в курсе, что просто так тратить, блядь. Ну, это все хорошо, он просто так тратит огонь. Ну, просто так газ тратит. Ну, ладно. Да все, все, пока, я наверх погнал. Все, давай. Ну, пусть, пусть тут сам... вот это делает сам с собой, блядь. Так, а куда дальше-то? Так и не понял, куда дальше. А куда тут дальше-то, блядь? А, наверх? Может, просто наверх? Да, попробуем просто наверх. Да, просто наверх, скорее всего. А тебе? Да все, ходи там сам. Тому, кто прочтет, если вы это читаете, пожалуйста, передайте местным властям. Мы искали убежище от сильной метели, но упали в этот ледник. Есть переломы костей, мы не можем выбраться тем же путем, несмотря на отчаянные попытки. Нам придется искать другой выход. Мы слышим шум, кажется, это животные. Надеемся, это не хищники. У Абхазима, 1953 года. Бля, соболезно, соболезно, что могу сказать. Вот. Передам, конечно, это все дело, но все равно соболезно. Вытаскивай меня уже. Парень, я, конечно, ветер в твоих крыльях, но в верности до гроба я тебе не клялся. Сердце красавицы склонно к измене, или как там? Давай же, вытаскивай, блядь, такой, знаешь, блядь. Сам бы сходил бы, посмотрел бы, то мне говорят, отправь, иди, посмотри, иди то сделай, иди это сделай, а, бля. Конечно. Наконец-то. Блин, это что, гарпун? Это пронзатель. И теперь он пронзает не только китов. Сдается мне, эта штука проткнет кого угодно. Только немного улучшить. Да. Да ты просто Индиана. А мешок с песком? Надеюсь, ты не забыл поставить его на место статуи? Нет. А яма со змеями была? Змеи в снегу? Нет. Нет? Ну и что, все равно круто. Надеюсь, ты все же порадовал обезьяньих богов. Ладно, найду еще, наберу тебя, ага. Это не все? Угу. Ну ладно. Ладно. Номер у тебя есть. И у тебя мой, да? Да. И твой адрес. Только приди, блядь.
Сам, вот сам иди, сходи сначала. И номер твоей жены. Она красотка. Ты чё, блядь, тебя, ну, въебать или что, блядь? Сам, вот сходи сначала. Девочки. На вам. Невозможно. Что, блядь? Да, кто позвонит нам? Навыки. А вот это нам с тобой надо, потому что коллекцию... О, то есть нам будет лут показывать фотоаппарат. Это очень хорошо. Давай с тобой переместимся быстренько, да? Сейчас, собственно, все закупим. Так, мы здесь, собственно... Так, ну что, let's go, собственно, let's go. Так, да. Эти парни в капюшонах. Да-да, ты уже, понимаешь, ты уже каждый раз, ты мне рассказываешь каждый раз, я это знаю, я даже встречал, понимаешь? Я даже с ними бился, понимаешь? То есть ты мне расскажешь то, что я уже, ну, типа, знаю так. Ну, спасибо за информацию, что ты каждый раз одно и то же рассказываешь, понимаешь? Можешь что-нибудь другое подумать, можешь что-нибудь другое расскажешь, не знаю, будет поинтереснее, как бы. Вот, это про тех челиков, которые этими управляют животными, помнишь, да? Ну вот мы с тобой в самом начале проходили их, да. Вот, поэтому как-то так. Май, проеду, май. Ладно. Я думал, проеду, но ладно. В принципе, тут не так далеко ехать, 500 метров всего лишь. Вот, о, торговец. Что, бежал? О, медведь там что-то. Ну ладно. Вот, наверное, за кадром я, наверное, знаешь, пособираю шкуры всякие для вот этого, того, чтобы, ну, побольше оружия носить, побольше боеприпасов, побольше этих самых. А, то есть он без... Он ему вообще все равно, да? Не знаю, я потратил хпшку. Ну, все хорошо, тебя, алё. Ну что, конечно, что это событие кармы, не понимаю, типа как доп задания, что ли, какие-то. Правильно понимаю? А, вот мы сюда приехали даже, собственно. Поехали, что, поехали. Мы с тобой, собственно, приехали. Что? А, вот так. Так, ну что, собственно, погнали. Давай, быстрее. Подожди, а я могу их? Подожди, я могу их сюда вызвать? Идеально.
Идем на своих двоих. Покончим с этим. Пожар! Бежим! Иди сюда, блядь. На, ёпта. На, ёпта. Блядь, нет. Бля. Тихо, 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 тихо. На, ёпта. Аккуратненько нужно с этим. О, здорово. Ты видел, что у меня есть? А где мои-то? Я делал посветлее, да? Включил освещение, чтобы было посветлее, собственно, да, только тенька темная стала, как бы, ну. Что поделать? Собственно, вот, а наш мы приедем, чтобы на подмогу приедем. Хер приехали в итоге, видишь? А вот, ну, в любом случае, тут нужно еще два оружия, хотя бы снайпа какая-нибудь, знаешь, на дальняк, да. И какой-нибудь типа скорострельное какое-нибудь оружие, да. Было бы неплохо, но. Это чудовищно. Но. Мы с тобой проходим с двумя оружием только, да, вот с этим двумя оружием. Конечно, сложновато в этом плане, да, не спорим. Вот, ну ладно, ну ладно. Так, быстренько обыщем, потому что... Почему бы нет? Так, где вход у нас с тобой? Вход у нас с тобой вот здесь, да? Нет. Здесь? Да, вот здесь. Поехали. Так, кем письма здесь есть? А, ты опять сидишь, что сделать? Ждал его. Зачем он менял трансляцию? Только беду накликал. На В нажм... А, вот, мы реально В можно все вызвать на мелинку. Все, окей, окей, я понял. Так, ну, поехали. Что тогда еще один? Что такое? Или закончим на этом? Да, чтобы на этом закончить, что серика прям долго не было, да? Если за просмотр, какая серика была, в принципе, я говорю, за кадром сделаю, ну, добуду, может быть, даже шкуры всякие, открою, может, побольше вышек, может, даже сам открою вон посты, почему бы нет. Посмотрим. Вот, но шкуру 100% добуду, а насчет вышек, ну, буду, посмотрим. Может, это будем делать вместе с вами. Напишите в комментариях, интересно вам это или нет. В принципе, все, так, если была... Спасибо за просмотр. Все ссылочки в описании находятся. Телеграм-канал и ВК там группа, да, есть, в принципе, да. То есть все соцсети там есть. Также есть плейлист по прохождению данной игры. Уже вы это говорил в начале, поэтому да. Спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.